Так, друзья, всем привет из солнечной долины Калифорнии. Сегодня хочу поделиться с вами своей новой покупочкой. Как вы видите, вот такая вот коробочка. Я уже говорила много раз, что у каждой женщины есть своя больная сторона, да? У кого-то косметика, у кого-то нижнее белье, у кого-то там еще что-нибудь. У меня моя больная сторона – это обувь. Ну, вот я сумасшедшая по поводу обуви, и, в общем-то, всегда такой была. Вот. Так вот, сегодня я приобрела свою первую пару обуви бренда Jimmy Choo, как вы видите. Давайте посмотрим, что же там такое. Та-дам! Значит, вот такие вот. Как правильно эта обувь называется, я не знаю, но это не балетки, да. Очень модно вот в этом сезоне были такие а-ля балетки, буду их называть, именно вот с такими вот перехлёстами, вот с такими вот завязками. Я не видела ни одного бренда, чтобы кто-то не выпустил такую обувь. Абсолютно все выпустили такую обувь. Ну, такая вот была тенденция этого года, такая была мода. Вот, и я решила их себе... Я, значит, скажу сразу, что я, в принципе, не фанат этой модели. То есть не могу сказать, что она мне, ой, прям она мне так нравилась, я эту модель так хотела, прямо там умирала. Нет. Я наоборот, мы даже как-то с Сонькой смотрели. Я говорю, ну так, да, ну ничего, ну такие как бы, да, вот эти все завязки, в общем-то. Я носила когда-то в свое время тоже обувь на завязках. Вы же знаете, да, что все новое — это хорошо забытое старое. И когда-то там в 90-х каких-то были тоже модные такие на завязках обуви. Ну, я имею в виду, вот, чтобы вокруг щиколотки, да, переплетались вот такие вот шнурочки. Вот, так вот, у меня была такая какая-то пара обуви, по-моему, Фюре. И я помню, что у меня такое вот осталось воспоминание, что они были очень неудобные. Поэтому я как-то вот ко всей обуви вот на шнурках, вот на каких-то как-то не очень сильно относилась в последнее время. Вот, но эти я взяла, здесь тоже, да, такой вот логотип красивенький. Ну, понятно, что не видно, неважно, это, как говорится. Вот, эти я взяла, потому что безумно, просто безумно удобная обувь. Не знаю, я вот их одела, я их не захотела снимать. Во-первых, конечно, поэтому. Во-вторых, потому что... На них была, я считаю, что очень хорошая цена. Сейчас я вам покажу. Вот цена. Значит, стоили они 595, ну, 600 будем считать, да. И сейчас они 190 будем считать. То есть 68% скидки, я считаю, что это очень хорошая цена. У меня размер этот именно 6,5. У меня очень, я тоже уже говорила, еще раз повторюсь, у меня очень такая интересная нога, что у меня разных брендов, у меня разные размеры. То есть где-то мне подходит пятерка, а где-то мне подходит семерка. Ну вот где-то, в основном, конечно, 6-6,5. Вот, ну вот видите, да, что это кожа и сверху, и снизу, и подошва, и все, в общем-то, кожа, в общем, и талия, в общем, вот. Вот такая вот обувь. Сейчас я одену на ногу, покажу вам, как они выглядят. В общем, я, конечно, понимаю, что это не очень правильно я все снимаю, но, к сожалению, по-другому у меня не получается. Ну, в общем, как есть, так есть. Вот так вот они выглядят на ноге. Сейчас попробую вот так вот с этой стороны вам показать. Вот, вот так вот они выглядят на ноге. Удобные. Просто нет слов вообще. Очень удобные, по полноте удобные. Ну, класс. Вообще не чувствуется абсолютно, как будто у тебя вообще ничего. Как будто ты вообще в тапочках каких-то домашних. Наверное, сверху, не знаю, наверное, сверху не так уж очень красиво, да. Ну, как я сказала, как получается. Бантик такой оригинальный, так завязывается. Ну, классно. Мне очень они нравятся, очень. Ну и хочу
хочу задать вам вопрос, как Соня говорит, вопрос дня. Кто угадает, почему я купила вот такого плана обувь? Зачем? То есть я их купила, скажу так, я их купила с определенной целью. Это не просто так, что вот я вот вдруг их увидела. Я на самом деле, конечно, их просто так купила. Но вообще, когда вот мы сегодня поехали в Нордстром, я ехала туда с определенной целью. Купить себе очень удобную обувь на низком ходу. Так вот, вопрос дня. Кто угадает, зачем я купила такую себе обувь? Угадаете? Я обязательно, ну, потом скажу, да, и, ну, и, может быть, кто-то угадает. Вот. Ну, в общем, вот такие вот туфли. Кстати, у меня еще одно такое тоже не очень приятное сообщение, что у меня сломался полностью мой компьютер, мой лаптоп. Я, честно говоря, теперь вот как-то не знаю, посмотрим, или муж мой сможет что-нибудь с ним сделать. Но если нет, то придется нам заказывать новый какой-то. В общем, клавиатура, да, ну, все это все решаемый вопрос, и виртуальная клавиатура, все это понятно, но, знаете, когда ты привык, я вообще такой человек, я не сильно люблю, да, вот какие-то изменения, я такой вот консерватор. Если у меня уже что-то есть, так уже как особо не хочется ничего менять лишний раз. Вот. И понятно, что любой вопрос этот можно решить, но, в общем, немножко надо будет сейчас на эту тему, как говорится, попотеть. И так как у меня вот сейчас какие-то такие происходят небольшие изменения, в общем, не совсем это все как бы... Ну, в одно время все как-то не очень все это, то, что так получается, но неважно. В общем, короче говоря... Видео, наверное, сейчас не буду так часто выкладывать, но по возможности будем стараться что-то еще делать. Все, ребят, всем пока. Вот такая вот у меня новая покупочка. И я обещала сделать видео про бренды, да, американские, ну, скажем так, не затертые, не избитые, какие-то такие более-менее интересные вещи. Я обязательно сделаю, но, наверное, чуть-чуть попозже. Все, всем пока, всем хорошего настроения. Чао, какао!